каждый год 21 сентября Православная Церковь празднует чудесное событие – Рождество Пресвятой Богородицы. Богородица рождается, и радуются этому рождению и Иоаким, и Анна, и вместе с ними радуемся мы. Именно в целях приобщения детей и их родителей к почитанию и торжественному празднованию этого дня в Храме Рождества Христова учащиеся Русской Православной Школы участвовали в Божественной Литургии. Вместо церковного хора всю литургию пел молодежный хор, а помогал ему сводный хор учащихся средних классов. В храме собралось большое количество прихожан. В этот день и дети, и взрослые прихожане причастились святых христовых тайн, тем самым почтили память Пресвятой Пречистой Богородицы. А родители в этот день молились святым праведным Иоакиму и Анне, которые показали, что детей дает нам Бог, как радость, о которой можно мечтать, которую можно вымаливать у Бога. А еще этот праздник, конечно, о молитве, о том, что молитва родителей о детях имеет огромную силу. По завершении литургии настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов поздравил всех с праздником и преподал благословение.